всем, рада приветствовать вас на своем канале Handmade одуванчик. В данном видео я представляю вам мастер-класс по изготовлению панно. Панно у нас будет изготовлено в украинской тематике. Это заранее я подготовила фальш-потолок. Вот, проклеила, чтобы он у нас не поломался с обратной стороны. На него закрепила, приклеила на силиконовый пистолет веточку. И данную веточку я буду декорировать цветами искусственными. Это у нас будут подсолнухи, маки, ромашки маленькие, фиалочки. Листики. Итак, поехали. Берем цветочек и примерно располагаем так, как нам бы этого хотелось. Сначала разложим, а потом уже будем клеить. Перед тем, как разлаживать зеленые листья, я советую проклеить наши основные цветочки, если нас устраивает данная композиция. Разложила зеленые листья так, как мне нравится, и сейчас я приступлю непосредственно к их приклеиванию. Thank you.
Вот такое вот замечательное панно у меня получилось в украинском стиле. Затратив минимум материала, минимум усилий, за короткое время я изготовила чудесное такое украшение настенное. Если вам понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Впереди ждет вас очень много всякого интересного. До скорых встреч. Пока-пока.